Контракт с Министерством обороны Александр Шеховцов заключал на полгода в мае 2023-го. За месяц до окончания службы получил серьезные ранения на угледарском направлении, в результате чего в госпитале медики вынуждены были ампутировать ногу. Сейчас Александр работает и воспитывает двух дочек. Надо себя чем-то занять, чем-то увлечься, найти какое-то хобби, дело по душе, ну и отдаться этому делу полностью. Тогда вот эта реабилитация проходит намного быстрее. Среди награжденных Виктор Озерский. Указом президента ему вручен орден мужества. С прессой общаться не стал. Говорит, ни к чему это. Областной военный комиссар поблагодарил участников СВО и выразил отдельную благодарность родственникам бойцов. Родственникам за преданность, за мужество, за терпение, которое проявили, ожидая своих героев специальной военной операции. Спасибо вам. Всего награды из рук военного комиссара Оренбургской области получили 6 оренбуржцев, принимавших участие в специальной военной операции. Александр Жарков, Игорь Бероев. Новости дня.